историю о явлении Шиваты Радхарани. Конечно, каждый из нас примерно знает эту историю, где-то что-то слышал, где-то что-то видел. Но говорится, что чем больше мы эту историю рассказываем, чем больше мы в нее погружаемся, тем больше наше сердце оно будет очищаться, и есть возможность и вероятность того, что когда-нибудь Шиваты Радхарани тоже появится в нашем сердце. Это очень скромная попытка. Я сразу предупреждаю, что это не какой-то там суперспектакль, там какие-то разные там... Это очень скромная попытка всего лишь рассказать историю о рождении Шиваты Радхарани. Поэтому кто внимательно слушает, тот проникнет этим чувством. Все мы знаем, что Шиваты Радхарани, она появилась очень интересным образом. Там, где росла Шиваты Радхарани до замужества, это называется Варшан. На Варшану ее принес Ришабхан. Это был очень-очень богатый и величественный царь. Потому что Вриндаван, Гакула, Варшана, Нандаграм, они имели маленькие части. И каждый их правил. И Махарадж Ришабхан, он правил на Варшане. У него была прекрасная супруга. И вот история начинается в то время, когда Махарадж Ришабхану пришел на берег Ямуны. Как-то в реке, совершив омовение, царь Ришабхану застыл в изумлении. Лотос прекрасный пред ним засиял. В нем, словно в люльке, ребенок лежал. Радостный царь со счастливой находкой царицей пошел торопливой походкой. Глаз не отводят супруги, так рады. Им дочка за праведность стала наградой. Только встревожена мать, не шутя. Немон и слепо, родное дитя. Девочке, схожей с Зойкой ранней, нежное имя дано. Радхарани! Как-то Яшода Киртиди пришла. И малыша своего привела. Долго беседуют обе царицы, а Кришне на месте никак не сидится. Вот он подполз к золотой колыбельке, глянул на ту, что лежала в постельке, сразу у Радхи и глазки прозрели, и громкие крики ее пролетели. Кришна! Кришна! Радха и Кришна вместе играют. Так незаметно они подрастают. Со стадом телят возвращается Кришна, а Радха с просадом встречать его вышла. У Радхарани 8 счастливых подруг. 8 счастливых подруг. А Кришна, любимый ее супруг, о, нежная Радхика, прекраснейшая из жен, верховный Господь Шри Кришна, любовью твоей сражен, ты благосклонна к преданным Кришне. Так будь же милостливой к нам, кто так не умела, но искренне служит лотосным и стопам. Джай-джай, Шри Раде! Джай, Шри Раде! Джай, Шри Раде! Поэтому для удовлетворения Шиваты Радхарани всех преданных мы показали эту маленькую историю. Попросим похлопать артистов.